Я очень люблю свой город Чебоксары. С этим городом связана вся моя жизнь. Мое детство прошло именно здесь, в этом районе. Мы переехали сюда очень большой дружной семьей, потому что строились новые дома, это было новостройки. И приехали молодые люди, которые строили этот город, которые работали на приборном заводе. И приехали вместе с родителями мы, их дети. Все детство прошло именно в дворовой, очень тесной, теплой дружбе. Это ощущение дружбы, теплых взаимоотношений, оно сохранилось на всю мою жизнь. И, наверное, это повлияло в какой-то степени даже на выбор профессии. Я выбрала медицину, именно профессию, которая помогает людям. Специальность врача-психиатра, то есть того человека, который помогает людям. Помогает людям быть добрее, помогает людям проявлять свои самые лучшие качества и спасать его от тех недугов, которые у людей возникают. И для меня это очень важно – сохранить в себе и передать и своим детям, и всем, кто меня знает, передать вот это очень важное качество, которое есть у людей нашего города – это теплое отношение друг к другу, это желание помочь друг другу. И мне еще хочется, чтобы этот город процветал и дальше. Процветал именно в дружбе, в любви и к желанию, чтобы люди, которые живут в этом городе, были счастливы. И я помню, как развивался этот район. Я помню, как росли дома. Я помню, как наполнялись звуками людей пустыри. Мне кажется, что для нашего города всегда было очень важно участие людей в жизни города. И все то, что сегодня мы имеем, это частичка всех тех людей, которые в этом городе живут. И мне кажется, что вот то поколение 60-х, к которым относятся мои родители, оно для этого города дали очень большую вещь. Они приучили нас, своих детей, любить то, что создано собственными руками. Они приучали нас относиться с уважением к тому, что делали для этого города другие люди. И мне кажется, что благодаря вот этим вещам наш город процветает.